Всех приветствую. Продолжаем ходить по залам главного штаба Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Рассматриваем картины и скульптуры. Скульптура Шарля Огюста Фрекина «Материнство». Шарль Огюст Фрекин, бельгийский скульптор, с детства хотел стать живописцем и с 13 лет посещал Брюссельскую академию художеств. Однако жизнь складывалась негладко. После смерти отца он отказался от своих планов и занялся изучением медицины. Выдержал все экзамены, стал работать, а свободное время занимался лепкой с натуры. Успехи не замедлили проявиться и настолько, что он стал серьезно учиться скульптуре. Мать со своим первенцем или материнство считается лучшим из поздних произведений скульптора. Но что тут можно рассказать про эту скульптуру? Изображена мать, которая нежно смотрит на своего ребенка, держит его на руках. Любовь, нежность. Красивая работа. Вот такая работа находится в здании главного штаба. Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Работа скульптура Шарля Огюста Фрекина «Материнство» или «Мать со своим первенцем». Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.